А вот для каких вы косметологов порекомендуете препарат Princess Filler? Я всегда говорю, что я рекомендую препарат Princess Filler для начинающих косметологов, и второе – это для очень опытных косметологов. Почему? Потому что когда начинаешь, иногда вот еще с глубиной, да, какие-то моменты, ты всегда хочешь постраховаться, что вдруг что-то нужно исправить. И препарат Princess, они вам дают возможность и через 2 недели что-то подправить, да, если где-то у вас препарат куда-то сместился или как-то там, да, то есть вы можете его, то есть он спокойно для начинающих пациентов. Для начинающих косметологов. Он мягкий, пластичный, то есть им работает легко. И говорю, если вдруг что-то где-то не так, то здесь вы подправите. И он безопасен, ну, за счет своих характеристик. И потом, когда мы приобретаем какой-то опыт начальный, да, то есть когда нам уже кажется, что мы уже вот, ой, да я уже все знаю, у нас начинается момент, время экспериментов. Когда начинаем экспериментировать с препаратом, давай я этот препарат возьму, я этот препарат, то есть уже есть опыт работы с пациентом, вы уже видите, какой получается результат, вы уже знаете, в случае чего, как справиться с осложнениями, то есть это вот такой хороший период времени экспериментов, период времени поиска. А потом возникает такой момент, когда ты уже устал от этих экспериментов, ты устал от косяков от этих экспериментов, и тебе уже хочется покоя. И, как правило, ты приходишь уже с хорошим опытом, когда хочется работать, ты выходишь на уровень созидания, ты выходишь на уровень уже там не по проблеме работаешь, да, уже моделирование лица, еще что-то, а тебе хочется спокойствия. И вот тогда начинаешь выбирать препараты безопасные, препараты привычные, препараты еще те препараты, которые ты как инструмент знаешь, и ты уже выходишь на уровень творца. Вот для таких косметологов. Поэтому я скажу, что вот те, кто ищет эксперименты, экспериментирует, еще что-то, ну, наверное, препарат Princess, он покажется немножко скучноватым. А вот те, кто уже экспериментирует не с поиском препарата, а именно непосредственно с моделированием лица, вот тогда опять приходит препарат Princess на работу.